Спасибо огромное, друзья! Я так рада вас видеть на этом крутом событии! До Siberian Wellness я бухгалтер-кассир. На момент прихода в компанию мамочка в декретном отпуске. Пришла по рекомендации своей свекрови, друзья, и на всю жизнь осталась в любимой компании. Я пришла без опыта, это действительно так. Я вообще не понимала, что такое сетевой бизнес, что такое продажи, что такое вообще ЗОЖ. Обычная девушка с обычной семьи. Было очень много кредитов, долгов, ну как у многих. Даже не было собственного жилья, но огромное желание изменить свою жизнь. И вот я сейчас стою перед вами, успешная бизнес-леди с доходом 400 тысяч рублей в месяц. Большой и огромный дом с видом на лес, со своей спа-зоной. 2 автомобиля по автопроекту. Я много путешествую. У меня огромная команда единомышленников и своя система работы. Вот кто-то скажет, 8 лет, ой, как много, правда? А я хочу вам, друзья, сказать с большой гордостью, это так круто, это реально и это возможно. Мне повезло, я все навыки, весь опыт я получила в одном месте, в одной любимой компании. Мне все дало Siberian Wellness. Вы знаете, друзья, были, конечно же, и трудности. Было непонимание близких и родных. Было такое, что ты ставишь ставки на одних партнеров, а приходят другие партнеры и становятся успешными. Конечно же, жизненные обстоятельства, когда тебе нужно быть на событии. Все это было. Но я вам хочу сказать с уверенностью. Самое главное – это ваши отношения. Да, я могла в любой момент сказать, это не мое, не судьба, не получилось. Все, друзья, дается по нашим силам. Вот главное – ваше отношение к этому. Для ранга руби-бизнес-лидера мне не хватало, вы знаете, какого-то рывка и, конечно же, времени. Я все проанализировала, и что я сделала? Я научилась делегировать, друзья. Это помощники по дому, на кухне. Муж стал активно мне помогать. Ребенка я устроила в классическую платную школу, где учатся до 5 часов. Конечно же, я организовала себя. Я добавила энергию через спорт. Я добавила активный и правильный отдых. Это сауны, это бассейн, это массажи. Мы организовали огромной, большой алтайской командой свою систему работы в команде. Вы знаете, не так, что я один, а мы, большая команда, организовали эту систему, и у каждого есть своя задача, у каждого есть своя ответственность. У нас 12 чатов. Между собой они все совместены. Каждый партнер, новичок приходит, поэтапно проходит все обучения, получает все навыки, сразу делает действия и здесь быстро получает результаты. Наша задача – научить абсолютно каждого партнера, каждого новичка, чтобы он знал, где взять информацию, когда она ему нужна, чтобы он научился самостоятельности. Вот эту задачу мы поставили для создания нашей системы обучения. И вы знаете, буквально за неделю, за 2 недели в нашей команде очень быстро вырастает бизнес Team 1000. У нас огромное количество бизнес Team 1000, естественно, дальше идет большой рост. Вы знаете, вот это вот все, что я вам сейчас рассказала, мне реально дало энергию, силы для того, чтобы я сделала новый ранг. Мой новый ранг – это, конечно же, старт для достижения личного моего и моей большой команды. И я уверена, что в 2023 году у меня будет 3 топ-лидера. Вы знаете, я счастлива от того, что в моей команде обычные люди зарабатывают, меняют свою жизнь. И я хочу каждому в этом зале, кто нас смотрит онлайн, пожелать, чтобы вы испытали эти ощущения.